проводить судмедэкспертизы и готовить людей к захоронению. Все это работникам комбината ритуальных услуг приходится делать в одном тесном здании. Современным стандартам не соответствует и комната прощаний. На 36 квадратных метрах с трудом помещаются все желающие проститься. Что думают северодвинцы о городском морге и какие изменения, по их мнению, туда следует внести? Спросим об этом на улицах города. Я бы не сказала, что идеально, но прилично все равно. Но надо просто, чтобы помещение было побольше. Народу иногда бывает очень много и тесновато. Вот я вам скажу так, я был в морге в Архангельске, там вообще ужас. У нас еще относительно, будем так говорить, спокойно. Ну, я, знаете, не знаю. Более просторное, наверное, должно быть. Ну, во-первых, маленькое. Маленькое. И, ну, надо бы, конечно, немножечко сделать его так, поцивильнее и побольше. Такое событие не всех радует. Естественно, конечно, уже не обращают люди на то, там, мрачновато. Все своим горем убиты ведь. Ну, может быть, желательно быть и побольше, это самое, что было помещение. Потому что народу всегда прощаться приходит очень много. Ну, вот, а чего еще больше пожелать? Это самообслуживание нормальное, там действительно говорят. Дай бог побольше, подольше нам там не бывать. Ну, немножко, конечно, больше его сделать, раза в два, в три. Соответствующим образом отделку там произвести, чтобы это настраивало на такой, на скорбный лад людей, которые, да, хотя там веселья-то мало само по себе, да. Ну вот что-то как-то каким-то образом оформить его соответствующим.